Ох, придурка. Давай спустимся на полигон позже и постреляем. Что? Что святого? Боже мой! Ох, отлично. Это полностью твоя вина, понял? Оу, нет. О, боже мой. Это настоящая херня. Черт, где я забрал. Ну да. Серьезно, я не понял. Как ты меня не заметил? Черт побери. Практически нагишом. Совершенное бесстыдство. А, вот и ты, Джок. Да, я достал, что вы просили. О, великолепно. Спасибо. Где ваша жена? Миссис Торнхилл, она мне не жена. Дома у нее муж и двое прелестных ребятишек. Мы познакомились в интернете. Совсем не ради секса. Где она? Ну, она пытается броситься под колеса знаменитостям. Ну, она в любой момент может броситься под мои колеса. Я знал, что с тобой будет весело, Джок. Ага. Я знал, что ты мне понравишься. Позволь мне обнять тебя. Ладно, да, да. Хорошо, иди сюда. У меня тазобедренный сустав выпирает. Это не стояк. Найджел, Джок, вы не поверите. Чему? Эл Дина Полли ходит. Он на самом деле ходит. Он ходит среди нас. Ну так чего вы двинутые ждете? Ну это долгая история. Об ошибочной идентификации. И горах лжи. Я бы не стала называть это охотой на знаменитостей. Я тоже. Я сказал судье, что считаю это несправедливым. В такой момент у каждого могут расстегнуться штаны. Именно. Такое невезение. А мы его так обожали. Если бы только мы могли поговорить с ним. Да, я знаю. Это все из-за его адвокатов и агентов. От них один вред. Если бы мы где-нибудь встретились с ним наедине. У меня есть одна каморка на примете. Нет проблема. Смотрите, вон он. Ох, черт. Опять эта чокнутая английская сучка. Найджел, он меня помнит. В колесницу. Джок, ты поведешь. Быстрее, он уходит. Давай же, Джок, садись. Джок, он поворачивает налево, на главную улицу. Вы когда-нибудь думали, что мы встретимся с Элом Дина Полли наедине? Это была моя голубая мечта. Все эти ночи с ролевыми играми в материнской подсобке. Если бы мы только знали. Я обожаю его роль в Искупителе. О, Нейнджел, процитируйте эту фразу Эльд Дина Полли. Это война тюрбанов, мудак. Просто поразительно. Боже мой, бедняга Джок наверняка думает, что мы помешались. Ой, не... Осторожно! Глупите! Ох, свят! Джок, ты видишь эту трехтонку? Что это еще за хрень, трехтонка? Да успокойтесь вы, как будто это мое первое похищение. Говорят, что под маской благодетеля он прячет крайне правые взгляды. Можно только надеяться на это. Либерал в спальне, консерватор за ее пределами, зрение. Миссис Торнхилл. Мне нравится эта страна. Мы рады, что ты выехал на... Осторожно! Он заезжает на парковку. Парковка, все хорошо, дружище. А чем же мы будем его кормить? Я об этом даже не думала. Вероятно, он ест суши или киноа. Кажется, это произносится именно так. А если ему понадобится лед? Только не нервничайте, Нейнджел. У вас будет еще один шанс. Клянусь своей жуткой тетушкой. Все в порядке, граф Сумасброд? Моей простате пришлось нелегко. Вы бы не могли говорить потише? Ох, надеюсь, мы ему понравимся. А как же иначе? Вы приготовили для него каморку. Это очаровательно. Просто оставайтесь с собой, миссис Торнхилл. Вы совсем из ума выжили. Я восхищен. Я потихоньку... Он что, хочет проехать через больницу? Господи! Держитесь за свои корсеты!
Ох, моя грыжа! Будет невежливо не последовать за ним через окно. А ты дьяволы! Ну и поездочка. Вы желаете, чтобы я сопроводил вашего почетного гостя в багажник? Будьте так любезны. Эй, давай сюда. Пошли. Быстро. Это твои самые преданные фанаты. Привет! Психи долбанные! О, это Эл Динополе! Ну, все готово! Настоящий джентльмен! Это восхитительно! Чокнутые!